Здравствуйте, дорогие братья и сестры. От всей души поздравляю всех нас с памятью новых мучеников и исповедников российских. Это очень важно для нашего благочестия, для нашей церкви день, когда мы молитвенно вспоминаем всех-всех-всех невинных наших страдальцев, которые отдали жизнь за Христа вот в этом страшном 20 веке. И как уже мы вам обещали, мы открываем новый проект на нашем сайте, посвященный прославлению новых мучеников, куда мы будем посвящать все необходимые, и которые появятся у нас материалы, для того, чтобы мы имели возможность все время свой разум относить к этим дням, которые с точки зрения человеческой весьма страшны, а с точки зрения славы Церкви это великие, потому что Церковь за 20 век русская дала столько святых, количество которых превышает всех святых, которые были до того, я имею в виду прославленных, конечно, за предыдущие 2000 лет. Ну, точнее сказать, 1900 лет. Поэтому это день славы Русской Православной Церкви. Такой славы, которая, ну, померкнуть просто не может. Вот. И поэтому всех поздравляю с этим днем. И теперь у нас будет такая возможность. Если вы сумеете какие-то новые материалы на эту тему где-то получить, то милости просим, присылайте к нам после прочтения, редакции. Мы также будем иметь возможность их тоже размещать, чтобы это был труд не только нашей бригады, которая управляет этим сайтом, но и общий наш труд посетителей сайта Православной комиссии по делам семьи. Вот. Спасибо всем, Господи, с праздником.